Идеальное окончание с грибной пипицкой сегодняшнего дня. Ну, а мы с тобой увидимся на следующем стриме 20 февраля, поэтому не скучай. А вот сейчас вот делаем ставочки. Сколько времени мне понадобится, чтобы собрать вот эту феррарику? А? Потому что... Ой, офигеть, сколько всего. А чё я только сейчас заметил, то что я живу возле такого вот красивого места. Это буквально 100 метров возле моего дома. Если бы не этот вирус, я бы даже на улицу не вышел бы погулять нормально. Эх, ну как бы надо, да, выходить на охоту, но так лень. Может нафиг эту охоту, а? Может лучше вышел перед поспать?